Если бы я был султан, я бы бил трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, прости Аллах. Не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат кладет у доски, шьет гюли, а Фатьма штопает носки. Ух, три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тёщ тоже три. Не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Если даст мне жена каждая по 100, и того 300 грамм, это кое-что. Но когда на бровях прихожу домой, мне скандал предстоит с каждой женой. У нее очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько же он собрал, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если бы я был султан, был бы холостой. Не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Не очень плохо иметь три жены, но очень плохо с другой стороны.